Наталья Графова купила квартиру возле парка в микрорайоне Трехгорка именно из-за этой природной зоны. Свой красивый лес местные жители искренне любят. Мы свой Подушкинский лес очень любим, и у меня есть собака, я с ней гуляю, и по весне я почти всегда гуляю с пакетом, то есть я навожу порядок. Чтобы парк был еще более красивым и удобным, в Трехгорке мечтает каждый. На общественном обсуждении благоустройства лесной зоны жители предложили много интересных идей. Чтобы в парке было комфортно всем. И тем, кто на роликах, и тем, кто с коляской, и те, кто с палочкой, да. Ну, то есть и тот, кто с собакой гуляет. То есть чтобы максимально создать уют для всех. Затронули проблему разделения пешеходов и велосипедистов. Велодорожка должна быть отдельной от пешеходного тротуара, уверены жители. А вот к предложению сделать отдельные зоны для шашлыков нужно относиться с осторожностью. Как показывает практика, такие мероприятия зачастую мешают размеренному отдыху и загрязняют территорию. Если вы поедете на улицу Говорова, например, в субботу, уже с воскресенья, начиная с 11 утра и до 11 вечера, вы увидите, в каком ужасном состоянии эта территория. Люди, которые живут вдоль Говорова, просят это все, наоборот, демонтировать. Освещение дорожек, установка камер, очищение водоемов, организация скейт-зоны, постройка амфитеатра. Модераторы фиксировали предложения, которые потом будут сформированы в техзадания. По итогам мероприятия, которое называется «Соучаствующее проектирование», будут учтены, максимально учтены все пожелания жителей и сформировано техническое задание для следующего этапа работ – проектирования. Следующее общественное обсуждение состоится уже по поводу презентации проекта благоустройства этой территории. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».